До начала разбирательства адвокаты троих подсудимых подали ходатайство о заключении процессуальной сделки со следствием. Свою вину полностью признали бухгалтера «Шимкен Пива» Светлана Лукиных и Ольга Аликулиева, а также главный специалист Департамента госдоходов Мадияр Мусаев. На заключение процессуального соглашения в форме сделки признания вины. В связи с тем, что моя подзащитная с предъявленным обвинением согласна, в ходе досудебного расследования дала признательные показания, способствовала раскрытию преступления, в связи с чем просим наше ходатайство направить прокурору, которому предоставим письменный вид через канцелярию. Судья Мырзалы Жарабаев сообщил, что рассмотрение поступивших ходатайств будет сделано в ходе последующего судебного разбирательства. Затем прокурор зачитал обвинение, которое заняло больше часа. Уважаемый суд, подсудимый Дулешев Полтора Чусупич обвиняется в совершении преступления, обвиняется в следующем. В период 2011 по 2015 годов из корыстной заинтересованности совершил уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности. 28 февраля 2002 года Дулешев для осуществления предпринимательской деятельности в целях получения дохода в качестве единственного учредителя своим решением утвердил устав коммерческой организации по «Шимкенпиво» и 30 мая 2002 года вынес решение о назначении себя на должность главного генерального директора названного ТО. В период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года Дулешев, будущий, неудовлетворенность к своим материальным положениям, движимым стремлением к корыстному наживе, получению выгоды и использованию ее в личных нуждах, считая, что имеющие источники доходов недостаточны, используя свое служебное положение вопреки интересам товарищества, взял из кассы тот «Шимкенпиво» своей и подчиненных ему работников под отчет деньги в общей сложности в сумме 4 миллиарда 328 566 тысяч 69 тенге. Путем составления декларации с искаженными данными за последние 5 лет Дулешев совершил укрытие налогов и других платежей на общую сумму свыше 1 миллиарда 270 миллионов тенге. С целью скрыть свои налоговые махинации Дулешев организовал дачу взятки должностным лицам налогового управления. Дулешев Лукиных, склоняя Каракужаева, исполняющий свои служебные полномочия к осуществлению действий и бездействий в пользу передачи ему качества незаконного вознаграждения взятки в виде денег крупного размера на общую сумму 10 тысяч долларов США. Общая сумма взяток составила порядка 50 тысяч долларов США. После оглашения обвинения суд приступил к судебному следствию, попросив представителей СМИ покинуть зал заседаний. Однако мы еще будем следить за этим процессом.